53-й школе Самарского района концертный духовой оркестр устроил музыкально-патриотический классный час «Победный май». 10 произведений, посвященные Великой Отечественной войне, в частности «День Победы» и «Синий платочек», «С чего начинается Родина», прозвучали во время концерта, который прошел в рамках проекта «Наша сила в единстве». Услышать патриотическую музыку смогли не только старшеклассники 63-й школы, но и еще 5 школ района, благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях. Это идея, я думаю, что новая для города Самары. Мы его распространили пока, так скажем, на Самарский район. Это новый формат именно для нас, как для духового оркестра, и, наверное, новый формат для тех школ, которые это будут видеть. Совместный проект оркестра и администрации Самарского района оказался популярным у молодежи, а все, кто не смог посмотреть концерт в прямом эфире, сможет посмотреть его в записи. Это патриотическое воспитание нашей молодежи. Это то, что сейчас очень важно и нужно для подрастающего поколения, потому что в это непростое для страны время важно понимать, да, кто наши герои, кто наши герои в прошлом, кто наши герои в настоящем. Поэтому я считаю, что это очень важно. Юноармеец Дмитрий Анохин любит патриотическую музыку, мечтает, как и его отец, служить в армии. Уже сейчас он командир школьного отряда. За 5 лет заслужил награды за участие в парадах Победы, за доблесть и патриотизм. Юнармия очень готовит к военной службе. Дисциплина, строевая подготовка. Также, да, патриотизм – это само собой разумеющееся. Это любовь к своей родине. Также, чтобы быть патриотом, нужно знать ее историю, потому что без истории патриотом быть нельзя. К онлайн-концерту 63-я школа готовилась несколько дней. Репетиция оркестра, подключение аппаратуры и 3 видеокамер, выход в интернет и тестовые онлайн-трансляции. В результате общерайонный музыкально-патриотический классный час посетили сотни школьников Самарского района. В формате мероприятия будут рассказывать про каждую школу, о том, как в годы войны, что происходило именно в каждой образовательной организации Самарского района. Я думаю, каждому школьнику будет приятно услышать, узнать, может быть, что-то даже новое об истории нашего района. И мы обязательно будем этот проект продолжать дальше. Общерайонный музыкально-патриотический классный час в следующем году планируется сделать общегородским. Ведь подобная практика доказала свою состоятельность. В Самарском районе прошли уже 2 офлайн-концерта в феврале и марте. На очереди онлайн-трансляция в сентябре. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.